Итоги работы за год и основные направления развития «Единой России» в 2018 году. Эти вопросы стали ключевыми на итоговой конференции регионального отделения партии «Единая Россия». Сейчас в партии состоит 9806 человек, что на 919 человек больше, чем в начале года. В следующем году эта цифра должна увеличиться до 13350 партийцев. На итоговой конференции партийные билеты получили два новых члена – председатель правительства Антон Кольцов и заместитель губернатора Виталий Тушинов. У нас на 10% увеличилось количество членов партии «Единая Россия». Почти более чем на 60% увеличилось количество сторонников. Это все в течение этого года. В 2017 году мы поработали и создали более 100, дополнительно 100 первичных отделений партии «Единая Россия» на территории Вологодской области. Мы считаем то же самое. Одно из ключевых задач, стоящих сегодня перед партией, это работа с первичками, поскольку это фундамент, основа нашей партии, партии «Единая Россия» в Вологодской области, поэтому эта работа находится однозначно в фокусе. Сегодня в Вологодской области 765 первичных отделений. Главное достижение года – вырос уровень поддержки населения с 39 до 45%. В следующем году «Единороссы» намерены достичь среднероссийского показателя в 52%. Большая работа проведена и в общественных приемных «Единой России», которые работают с 2008 года. За год вологодские «Единороссы» приняли около 4700 обращений от жителей региона, и каждая взята на контроль. Подвели итоги и по реализации партийных проектов. Из 25 федеральных партийных проектов на Вологодчине воплощено в жизнь 17. Городская среда, парки малых городов, местный дом культуры, народный контроль и другие. Участвуют в них десятки тысяч вологжан. По всем проектам дорожной карты выполнены. Мы видим, что растет поддержка населения партии «Единая Россия» во всех муниципальных образованиях. Она, конечно, пока ниже среднероссийского показателя, но задачи, которые поставил Андрей Николаевич Луценко, я уверен, что будут достигнуты. Важно то, что все партийные проекты горячо поддерживаются жителями. Я полностью удовлетворен 2017 годом, годом становления партии в новом составе, под новым руководством. На 2018 год задачи поставил секретарь Андрей Николаевич Луценко. Он сказал о том, что главная наша задача – это увеличение количества сторонников, членов партии «Единая Россия». И, конечно же, среднероссийский уровень поддержки партии должен быть достигнут и преодолен в 2018 году. На конференции «Единороссы» провели ротацию среди членов регионального политсовета и президиума. В региональный совет партии вошел мэр Вологды Сергей Воропанов. Были выбраны два делегата на съезд партии, который состоится в конце декабря. Право представлять Вологодскую область в Москве отдано руководителям первичных отделений из Усть-Кубинского и Чагодощинского районов. Екатерина Олейникова, Михаил Протасов, Вологда РФ.